Анонс и дата выхода 8 серии турецкого сериала «Пыльный воротник». 8 серия сериала выйдет в эфир 22 августа. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Кинан, когда узнал, что он является отцом Ель-Ли, его единственной целью будет быть рядом с сыном. Но Дерия не позволяет этого. Между ними начинается тихая война. То, что все стрелки указывают на Джимре, у молодых людей сомнений не вызывает. Проблема лишь в том, чтобы доказать это. Но только единственный человек знает правду. И он играет в игры со всеми. Но эта игра будет иметь ужасные последствия. Факты всплывают один за другим. Убийца совершает ошибки. Кто первым заметит эту ошибку? Это мы узнаем уже в новой серии сериала. Напомним, 8 серия сериала выйдет в эфир 22 августа. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.